Культура, которую хранят и передают от поколения в поколение. Дом культуры «Динамо» в эти дни празднует свой 40-й день рождения. Только вот 40 лет – это возраст лишь современного ДК. На самом деле в статусе клуба он появился еще в 19 веке в поселке Мельзавода на месте современного «Динамо». Вторую жизнь дом культуры приобрел в военные годы с переводом из Москвы завода «Динамо». Тогда вторую жизнь в учреждении культуры вдохнуло развитие промышленного МИАСа. Поздравить именинников собрались постоянные зрители и власти города. В числе приглашенных на праздник была и наша съемочная группа. Это учреждение давно является культурным центром поселка, известное своими коллективами, талантливыми людьми, дипломантами многих фестивалей и премий. ДК «Динамо» – то место, куда люди идут за зрелищами. 40 творческих и спортивных объединений ДК «Динамо» являются обязательными участниками городских и областных мероприятий. Более 850 человек занимаются в спортивных секциях, кружках и коллективах художественной самодеятельности, любительских объединениях. Дом, в котором живет праздник, да? В этом доме он не только живет, в этом доме он рождается. В этом доме открываются новые имена, яркие, талантливые. Это наши дети, это наши взрослые жители нашего города. Мое детство тоже прошло в этих стенах. Мы приходим сюда, мы здесь первый раз начинаем петь, мы первый раз начинаем здесь декламировать, мы первый раз начинаем здесь танцевать. И вот этот волнительный момент первого выхода на сцену остается на всю жизнь. На данный момент в коллективе Дома культуры трудятся 50 сотрудников. В честь юбилея многие из них получили благодарственные письма от руководства города, области и политсовета партии «Единая Россия». Благодарностью от политсовета Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» награждается коллектив муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Динамо»» за добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий подход к своему делу и большой вклад в развитие культуры Челябинской области. Секретарь регионального политического совета партии, председатель законодательного собрания Челябинской области Мякуш. Игорь Каблуков, Юрий Карпов, программа «24 МИАС».